Всем привет! Сегодня 7 июня 2020 года в этом Шульгино возле силосной ямы. Чистили, покажу. Приехали на Т-25. Вот такой вот сенокосик у нас. Хотим начать косить. Но этот, дожди постоянно. Вроде целая неделя будет без дождей, так что хотим попробовать. Вот так вот выглядит она, по биму видно. Косить. Давай разложим ее, Игорь. На Т-25 косилка Вирекс. 1,60 м. Ты чё, блин, раскладывать уже забыл как? Нет, так же. Ещё? Щелку. Так, ну что, я начну, наверное, а ты продолжишь. Давай. Иди сюда, на, снимай. Вон, силоска расчистили. Сейчас. На, снимай сейчас.
небольшой, где-то гектар будет. И там второй огород гектар. А завтра посмотрим этот. Может, и между ними вот это все скосим. Может, здесь будет гектара 4-5 всего. Ну, как всегда, то есть сначала только начали сезон, первый день, то есть косим. Фиг знает, будет дожди, не будет. Вообще 4 дня передают, плюс 28. А что будет на самом деле, понятно, да? Сейчас он развернется и покажу. Этот, силосную яму, как все чистили. Без, не без приключений, как бы, чистили. Вот он так, с середины. И расходится по краям. Трава жирная, сочная. Самое то на сенаж. Ну вон сколько тут, сантиметров 30, наверное, по колено. Вон такой клеверок. Он только-только колос дает. Но этот маленько этот. И не маленько, а сыро. Ну, посмотрим, 3 дня, может, еще этот пройдет. Иди сюда, Бим! Бим, блин! И не попал, Игорь. Ну ничего, страшного, научится. Надо было тут монат взять побольше. Ну, уберем косяки, ничего страшного тут нету. Вот вторую загонку отбили, он до столба третью. Но там уже возле столба я тону, блин. Не знаю. Может и не получится там докосить. Жалко будет. И там будет начато. Ладно. Отсюда косилки не видно. Я покажу, как развернется. Косит он, получается, на третий. Пониженная, да. Первая, там вторая повышенная. Да, здесь на третий косит. Вот такой у нее прокос. То есть зерни практически нету. Ну вот такой вот сенокос. Сейчас ее задрали взад, что получится, посмотрим. А, чуть попробую взад
якорно. Гребет, да? Да. Надо взять взад ее. Отцепить. Выехать. Давай. Ну вот. Итог. Че? Ну значит просто выпал, наверное. Может просто выпал. Подкачки шланг. Вот итог. Сейчас его вытащим. Чекер! Чекер! Не влезет? На. Косилку трос надо! Можешь ее взад вытащить туда, на? Переезжай поверху вон за этот. За петуха. Он за тягу за верхнюю. Кого? Конечно. Вот в две и... Сейчас перецепимся, дальше сниму, что будет.
Вот 9 час уже. Застряли, тонем, воды очень много. Где-то гектара 2 вон. Косили и все, на сегодня поедем домой. Завтра этот кусок добьем. И там еще огорода. Как я говорил, наверное, 2. И посмотрим там, как, если низко, не низко стоит вода, нет.